отобрать. Нет, ребят, я не гордый. И заглядывая вдаль, так скажу. Зачем мне орден? Я согласен. На медаль, и то не к спеху. Вот закончили войну, вот бы в отпуск я приехал на родную сторону. Буду жив еще, едва ли. Тут воюют, а не гадай. Но скажу насчет медали, мне ее тогда подай. Обеспечь, если я достоин. И понять вы все должны. Дело самое простое. Человек пришел с войны. Вот пришел я с полустанка в свой родимый сельсовет. Я пришел, а там гулянка. Нет гулянки, ладно, нет. Я в другой колхоз и в третий. Вся округа на виду. Где-нибудь я в сельсовете на гулянку попаду. И явившись на вечерку, хоть не гордый человек, я б не стал курить махорку, а достал бы я Казбек. И сидел бы я, ребята, там, как раз, друзья мои, где мальцо под лавку прятал, но бросился. Дымил бы папиросой, угощал бы всех вокруг, и на всякие вопросы отвечал бы я не вдруг. Как? Мол, что? Бывало всяко. Трудно все же. Когда? Много раз ходил вот так. Да, случалось иногда. Вот. И девчонки на вечерке позабыли всех ребят. Только слушали б девчонки, как ремни на мне скрипят. И сидел бы я со всеми, и была меж них одна. И медаль на это время мне, друзья, вот так нужна. Вот сидишь ты на вечерке, и девчонка самый цвет. Нет, сказал Василий Теркин. И вздохнул. Снова нет. Нет, ребята, что-то морда. Не заглядывая вдаль, я же сказал, что я не гордый. Я согласен на медаль. Thank you.